Добрий день, шановні друзі! Під час Другої світової війни мій сьогоднішній співрозмовник, офіцер десантних військ 2-го Українського фронту, ледь не загинув, а згодом став одним з найвидатніших радянських скульпторів та художників. Сьогодні у нас в гостях легендарний Ернст Неізвісний. Добрый вечер. Добрый вечер. Я счастлив быть сегодня у вас в гостях, у крупнейшего русского скульптора, художника, вообще крупнейшего деятеля современности здесь, в Нью-Йорке. За окнами шумит Нью-Йорк. Вы знаете, я знаю, что у вас необычная родословная, необычная для людей, которые принадлежали к советской элите, которые были выходцами в основном из рабочих и крестьян. Дедушка купец. Отец был белым офицером, служил у генерала Антонова. Мать крещенная еврейка. Родители были репрессированы. Родители мои не были репрессированы, но они были то, что называется, лишенцами. То есть просто... Пораженные в правах. Не знаю, я законы плохо знаю, но я просто хорошо знал Свердловск и нашу улицу, попросту я, как мальчишка, был неприкасаемым, потому что у меня не пролетарий, а врач и поэт или биолог. Это было неприлично. Это было неприлично. И, так сказать, улица была блатной. Я, так сказать, соответствовал. Я приблатнился. До сих пор я могу, так сказать, знаю Феню. Да? Да. И, кроме того, так сказать, я драться научился в юности. Потому что надо было защищать себя. А слабых бьют. Дрались жестоко или до первой крови? Дрались. Дело в том, что традиционно стенка на стенку на Урале, в Сибири ходят. Но дело в том, что мальчишки, которые меня задирают, они мальчишки были старше меня, так сказать, мне было 10, 11, 12 лет, а им по 15 уже мужики. Вот. Дрались изрядно, так сказать. Мне повезло, потому что я совсем мальчишкой, юным, был прямо как сейчас. Такое сложение у меня было. Я не рос, но вширь я раздался. Вот. Кроме того, у меня отец дрочил. Вы знаете, вот все, кто вас знают, рассказывали мне, что у вас какое-то особенное чувство собственного достоинства. Это в отца?
Я даже не знаю. Обостренное такое чувство. У меня обостренное чувство. И должен сказать, что это спиритуальная вещь. Неуловимое такое, как честь, как достоинство. Понимаете, как Мераб Мамардашвили считают это, эти чувства метафизическими. Вот. И у меня с детства это. Вы помните, как у вас появилось ощущение, что действительно началась война? Как вы вообще узнали о начале войны? О начале войны я узнал в парке, где гулял дворца пионеров. Я услышал голос Левитана и увидел людей, которые остановились. И узнал, это Молотов, по-моему, зовут. Да, да. Угу. Вот. Я узнал. Сердце стучало или нет? Знаете, сердце стучало, но я неприлично почти обрадовался. Потому что история происходит, а я участник ее. И вот скоро разобьем фашистов, да? Ну конечно, я, так сказать, верил, что мы их разобьем. Ну, тогда я все... о этом не думал. Вы, как и многие представители вашего поколения, приписали себе лишний год, пошли в военное училище. Нет, я в училище не пошел. Ускоренный выпуск у вас был? Это я был в Кушке. Что это было за... Кушка – это самое суровое училище России, военное. А, ну все-таки. И, так сказать, в России... Сейчас, когда я разговаривал с российским министром обороны, когда я сказал, что я закончил Кушку, пулеметное училище, он прямо чуть не стал во фронт. Дело в том, что это очень суровое училище. Лермонтов сказал, дальше Кушки не пошлют, меньше взвода не дадут. Самая южная точка Советского Союза. Крест стоит, такая часовенка, крест на горе. Это самая южная точка Советского Союза. Ну и на кресте этот часовок какой-то со старыми ятями было написано: «Здесь медленно умирал я душой и телом». Это какой-то солдат русский написал. Училище очень суровое, так сказать, никакие штучки не проходят. Вы служили в воздушно-десантных войсках 2-го Украинского фронта? Нет, воздушно-десантных я не... А в десантных? В десантных. Да, танковый в основном десант. Танковый десант 2-го Украинского фронта? Да, 2-го Украинского. Тяжело было на войне? Страшно? Вы знаете, на войне, ну, страшно, конечно, бывало, но на войне было легче, чем в училище. Потому что в училище нас гоняли до смерти. Такой режим был. Вам было 16 лет? Нет, не 16, нет. Мне было 17-18. Я знаю, что, будучи лейтенантом, вы получили расстрельный приговор трибунала. Ну, это, так сказать, преувеличение. Грозили. Грозили. За что? За драку. Ну, за драку. Ну, там набил морду офицеру. За что, уже не помните, набили? Так, противный был. Сам напросился? Да. Заменили штрафбатом? Да нет. Я не хочу об этом разговаривать. Мне неприятно это, и я не хочу быть доносчиком сам на себя, потому что я не горжусь своим проступком. Я слышал, что вы получили целый ряд ранений, несовместимых с жизнью. Вы помните, вот что у вас было ранено? В какие жизненно важные органы вы были ранены? Мне пуля разрывная вошла в грудь, вот здесь. Угу. Это пуля тум-тум называется. Она разрывается внутри.
Ну, у меня выбито 3 межпозвоночных диска, разорвана диафрагма. Ну, собственно, если я разденусь, вы испугаетесь. Я весь в шрамах. Весь в шрамах. Вот. И, так сказать, благодаря этому у меня была вторая группа инвалидности, где было написано «неработоспособен, нуждается в опеке». Потому что еще контузия была. Вот. Но дело в том, что, так сказать, я был работоспособен очень. Ну, в опеке нуждался, потому что позвоночник – это очень серьезно. Вот и сейчас у меня догнали старые раны. Вот я сейчас понял, это болят старые раны. У меня сейчас выпрыгнул прошлую болезнь. Эрсиуш, я не знаю, насколько это легенда или правда, но говорят, что вас уже привезли в морг. Вы были признаны убитым. Да. И только в морге кто-то из санитаров увидел, что вы живой. Это правда? Да нет, санитарка. Да, это так. Просто меня спасла небрежность медицинского персонала. То есть были похоронные команды, они вас привезли в морг, да? Да нет, это меня привезли не в морг, я не знаю почему. В подвал во всяком случае. Вот. Значит, они меня неосторожно положили на пель. И этим оживили. У меня пронзило позвоночник. Боль я закричал. И тогда они хватились, и там была нянечка, которая меня хорошо знала. Это очень странная такая история, мистическая. Она снимала комнату в доме деда со стороны матери. Вот. Она побежала, вызвала врачей. Меня оживили. Снова унесли, что-то начали делать. Осмотрели позвоночник, там ничего не испортилось. Но просто у меня сейчас, если я неправильно иногда повернусь, пронизывает адская боль. Это правда, что посмертно вы были награждены орденом Красной Звезды, который вам вручили спустя 25 лет? Да. Сколько у вас всего за войну было орденов и медалей? Да я не помню, несколько. Ну, тогда это было много. Тогда еще юбилейных не вручали, правильно? Ну, с юбилейным достаточно. Во всяком случае, так сказать. Как старые ветераны. У меня даже есть как что-то украинское. Мне когда-то дали, да. Вы сказали, что были отъявленным хулиганом в детстве. Скажите, а в училище на фронте учили убивать? Только этому и учили. Целенаправленно? Ну, конечно. Помните, как Оренбург когда-то написал статью «Убей врага»? Ну, Оренбург молодец, правильно, убей врага. Учили убивать чем? Всем. Выстрелом, штыком, ножом, руками. Вы знаете, напрашивается вопрос, вы много убили лично людей? Я знаю, что я получил звездочку. Значит, у меня есть выписка из наградного листа. Вот, собственно, по этой выписке по истории Андрей Вознесенский написал. Значит, там он повторял выписку одним из первых, поднялся в атаку, он был вчера. Но вот в траншеях читалось я, а может быть нет, это очень трудно судить. За мной же были пара ребят тоже из моего взвода. 12 человек убили немцев, фашистов.
Вот. Ну, это не я единица. Кроме того, трудно судить. Это пулеметное училище было. Мы стреляли из пулемета. Тут черт его знает. Рукопашной не было никогда? Как? Вот в этот раз, когда, так сказать, вот я прыгнул в окопы, где окопались немцы. Конечно, рукопашной было. Штык ножами кололи, да? Ну, немцы, да. Вот, а мы нет. А вы чем? А мы ничем. Мы защищались, если стреляли и убивали, но, так сказать, не ножами, а просто из винтовок, пистолетов. На фронте вы видели много смертей. Вот смерть на войне, она страшна или к ней привыкаешь, она обыденна? Да нет, она не обыденная. Я тогда написал, хотя привыкаешь. Крепко обнявшись, спят трупы, даль тревожная не видна. Мой Мишенька, друг, разорван от позвонков до пупа. Не поймешь, где живот, где спина. Ну, что значит привыкаешь? Ну, например, после боя, допустим, могли есть рядом с разорванным трупом. Есть. Да, и даже ставить на него котельки. К этому привыкнуть невозможно. Как привыкнуть? Трудно привыкнуть. Но чувствительность притупляется. Прошел 71 год после начала Великой Отечественной войны. Огромный временной промежуток. Вам сегодня снится война иногда? Она не дает спать. Но это скорее кошмары, чем реальная война. Вы идете в атаку? Да нет. Это некоторая тревога. Самое страшное – это сидеть в окопе и ждать, когда тебя убьют. Это не то, что активное действие. Это то, очень похоже на то состояние психологическое паника, которое описано паника. Вы хорошо сказали, сидеть в окопе и ждать, пока тебя убьют. Ожидание, пока убьют, самое страшное, да, на фронте? Да. Но дело в том, что я не знаю, мне трудно судить, я не психиатр. И свои собственные ощущения нельзя подавать за универсальные. Это, так сказать, очень ответственно, потому что люди разные, и на одно и то же они реагируют иногда диаметрально противоположным способом. Я процитирую вас, вы сказали в одном из интервью: «После войны я 3 года ходил на костылях с перебитым позвоночником, кололся морфием, даже стал заикаться». Я заикался, да. Ну, я заикался не столько от ранения, сколько от контузии. Дело в том, что когда я из госпиталя, меня перевозили в другой госпиталь, больше в тыл, то немцы, ну, дорога шла, нас на лошадях возили в телегу, а параллельно было шоссе, по которому ехали какие-то машины. И немцы бомбили вот эти машины. Наверное, военные, конечно. Вот. Ну и взрывная волна, контузила меня. И не только меня, и других. После войны, когда уже вроде все страхи и ужасы были позади, вы ощущали себя неполноценным человеком из-за этих страшных ранений? Вы понимали, что все уже, вы не будете таким, как раньше? Или была надежда? Я очень тяжело работал. Много. Физически крепким был. Несмотря ни на что? Несмотря ни на что.
Ну, меня держало такое упрямство. Хотелось состояться, быть скульптором. Хотел состояться. Я представляю себе эти, я не представляю, наверное, себе эти беспросветные послевоенные годы, когда не хватает всего, все разрушено, как жить дальше не ясно, что впереди не ясно, что позади уже понятно. Я знаю, что в эти годы вы страшно запойно пили. Да я и после пил. Это война виновата в этом была? Нет. Нет? Нет. Вообще была жизнь у всех довольно тяжелая. И не только война. Сама атмосфера была тягостная. Душная, да? Душная, да. Пили водку в основном? Водку. Много пили? Ну, дело в том, что очень много. Это даже стыдно много. Но просто у меня была особенность, которой я гордился. Я много пил и не сильно пьянел, а потом сильно пьянел. Ну, в общем, много выпить мог. И меня это смущает, потому что сегодня я, так сказать, уже не тот, я не держу такое количество водки. Но вот приехал ко мне Юрий Корякин. Аня ужаснулась, сколько мы выпили. Сегодня, вот сейчас? Ну, не сейчас, ну, не сегодня, ну, несколько месяцев назад. То есть еще порох в пороховницах есть? Ну, конечно. Вот. Ну, выдали, не знаю, пару бутылок водки, коньяка. И потом он сказал: папа, хочу мороженого. Это значит, надо было пойти в ресторан. Приходилось слышать, что многие бойцы шли в атаку с именем Сталина за родину, за Сталина. Это миф или это правда? Вы шли с именем Сталина в атаку? Чушь это. Вот. Матерились. А Сталина не вспоминали. Это официальная легенда. Не до этого было. И, может быть, засмеяли бы сослуживцы. Если бы кто-то крикнул. Ну, конечно, да. То дело в том, что, ну, может быть, в определенный момент кричали, почему нет? Почему нет? Вы любили Сталина во время войны? Ну, он был символом, конечно, для всех. Вот. Сказать «любил» – нет. Я вырос в семье, где слово «Сталин» было ругательством для отца. Вот. И он при вас позволял себе говорить о нем плохо? Он не только при нас. Он картежник был. И когда за столом сидели картежник, он между пульками материал Сталина. Не боясь, что кто-то на него донесет? Да, это были друзья детства. Все. И очень разношерстная публика. Там один из директоров Уралмашла. Угу. Партийный, конечно. Все. Когда стало известно о преступлениях Сталина, когда Хрущев разоблачил культ личности на 20-м съезде, для вас это был шок или вы понимали, что это было? Я понимал больше, я слышал больше, потому что у нас дома очень часто сидели из заключенных, вернувшиеся, да, из лагерей, да, ну, рассказывали. Все вплоть до людоедства. Так что для меня не было шоком. Для меня было шоком реакция моих учителей, публики. Плакали? Плакали учителя? Ну, во всяком случае, грустили. Я знаю, что вы отличались от подавляющего большинства других тем, что всегда говорили то, что думали. Вообще редкое такое свойство. Это,
Это, к сожалению, это глупость, которую я презираю. Но я, к сожалению, я презирал сам себя. В 1962 году на 30-летии Мосха вы согласились быть экскурсоводом Никиты Сергеевича Хрущева, первого секретаря ЦК Компартии Советского Союза. Чем это для вас закончилось и как это все происходило? Это на выставке в Манеже происходило. Ну, закончилось это тем, что я был исключен из Мосха. Ну, был изгоем. Совершеннейшим изгоем. То есть со мной рядом ходить даже боялись. Как это произошло? Никита Сергеевич сам вас попросил? Никто меня не попросил быть гидом. Гидом его был Ильичев. Идеолог, да? Ну да. Который водил его и натравил на меня. Он натравил? Ну не только он. Там секретарь Мосха. Что говорил вам Хрущев тогда, вы помните? Говно собачье. То есть еще и собачье? Да. Вы испугались, когда услышали из уст руководителя огромной страны такие слова? Да меня тошнило. Я не испугался. Я их не испугался. Потому что я романтик был, и такая власть, какой обладал Хрущев и вся эта свора, должен быть какой-то пурпур. Я согласен с жестким режимом, я не либерал по темпераменту, но такая некомпетентность. Но дворник наш был гораздо более интеллигентным, чем эти люди. Вы никогда себе не задавали вопрос, почему к власти традиционно во многих, практически во всех странах приходят худшие, а не лучшие? В чем закономерность? Дело в том, что интриговат и грыз глотку конкуренту худшим легче. Это их призвание. И привычнее, да? И привычное, конечно. Конечно. Вы обиделись на Хрущева? Вы расстроились после того, как он вас так назвал? Он не только назвал, но очень много мне наговорил пакостей. А еще наговорил что-то? Ну, конечно, это я просто так сказал, говно собачье. Если бы это кончилось этим... То есть он вошел в раж тогда, да? Ну, он вошел в раж, он совершенно не управлял. Казался. Кричал? Кричал, брызгал слюной. Казалось, что у него сейчас вот будут падущие. Но, оглядываясь назад, он на меня тогда произвел впечатление одержимого, но человека. Одержимого, но человека? Да. На фоне всех остальных? Да. В нем какая-то была плоть, почти черчиллевская, и темперамент огромный. А эти, так сказать, которые сопровождали его, это такие монстры бесплотные. Приспособленцы, пожалуйста. Серые такие, да? Серые. Он не был серым. Он был некультурным. Он был темным. Темным. Но не был серым. Но то, что он был умным, и если я говорил правду, а я говорил правду в глаза, так сказать, как-то я перевешивал, брал вверх, я видел по лицу. А когда я начинал лукавить как-то или чуть-чуть приспосабливаться, он меня уделывал. Вот пример. Я сказал, что Никита Сергеевич, вот вы ругаетесь, а ведь многие коммунисты зарубежные меня поддерживали, как Луиджи Лонг, я перечислил многих, которые глав партии.
Он хитро прищурился и сказал мне: «А вас волнует, что они коммунисты?» Я сказал: «Да». Он говорит: «Ну тогда слушайте меня, я главный коммунист». Класс. Классно. Да. А, он это умел. Евгений Александрович Евтушенко рассказывал мне о случае, который я вам хочу изложить, а вы скажете, так ли это было или нет. На одной из встреч Хрущева с интеллигенцией он вдруг разъярился опять на вас, стал кричать вам что-то типа: «Господин неизвестный, если вам не нравится наша страна, мы вам дадим паспорт зарубежный, уезжайте прочь отсюда». И Евтушенко сказал: «Никита Сергеевич, как можете вы говорить это человеку, в груди которого столько немецких осколков? Он воевал, был ранен, проливал за родину кровь. Если он в чем-то не прав, подскажите ему, он исправится». И Хрущев стукнул кулаком по столу и сказал: «Горбатова могила исправит». В ответ на что, по словам Евгения Александровича, он стукнул кулаком по столу и сказал: «Нет, Никита Сергеевич, прошло и, надеюсь, навсегда время, когда людей исправляли могилами». Дальше он мне описывал, сцена была такая. На него зашикали писатели, особенно Сергей Михалков, который кричал: «Позор, позор». Хрущев налился кровью, побагровел, обвел всех взглядом и вдруг начал медленно вот так аплодировать. И в его глазах, сказал Евтушенко, я увидел то предчувствие, то, что произойдет с ним, когда его рано или поздно свергнут. Это так и было? Да, это так и было. Многие считали Евтушенко хитрецом и говорили, что ну что-то, что он, так сказать, царедворец. Но ведь там же сидели такие царедворцы, что-то никого из них больше не было, который хоть как-нибудь, кроме Фурсовой, она жестом меня поддерживала. Она сидела рядом со мной и Евтушенко. И хлопали по слову оба меня и говорили: «Не озлобляй сердце, не озлобляйся». Вы Фурсовой нравились, наверное, как мужчина? Ну, этого я не знаю. Не знаю. Но она была женщина прежде да, всего. Да, этого я не знаю. Дело в том, что она ко мне внешне добро относилась, но говорила чушь. Она была тоже необразованная, наверное. Нет, ну это, так сказать, она, когда она жеманно говорила: «Пожалейте меня, в конце концов, вы смотрите на меня только как на министра, но я же женщина, наши товарищи на меня за вас очень сердится. Вылепите что-нибудь красивое, такое женское». Да. И у меня подумала, я подумал потом, какая-то зощинская патока. Дамочка, сидя на ветке, чирикала: «Милые детки». Что это такое? Она с отстрелянным, фанатичным мужиком, который делает все от сердца принципиально и хочет, чтобы я вылепил что-нибудь красивое. Евтушенко поступил вообще удивительным образом, мне кажется, правда? Дерзко как-то. Дело в том, что Женя артистичный человек. Да. Это ему очень помогает жить. Но дело в том, что я думаю, что он не мог упустить на этой сцене быть не героем. Вы присутствовали при разносах Хрущевым художников, когда он кричал «пидорасы»? Ну, он и на меня кричал. И на вас кричал? Ну, потом следствия были, пидорас я или нет. Серьезно? Ну, что серьезно. Ну, да, я воровал бронзу, я... Сергей Никитич Хрущев рассказывал мне, что якобы Никиту Сергеевича перед этим выступлением очень резко настроили идеологи партии. Сказали, что эти художники гомосексуалисты и так далее. Ну, так конечно, и было? Конечно, да, конечно.
Вы знаете, больших врагов, чем коллеги, нет. Да, я догадываюсь. И члены Союза художников, МОСХа, да, главы, были абсолютно бездарны и, значит, несчастны. Потому что огромное несчастье, он там машина, дача, все есть. Но ощущение бездарности. Но ощущение бездарности, потому что, ну, художники тоже не сдержанный народ, они не скрывают своего презрения. Угу. Что вы думаете о Хрущеве в результате, вот зная его лично и зная вообще, что происходило с ними, со страной в его годы? В результате я о нем думаю то, что я изобразил в памятнике Хрущеву, так сказать. Половина светлые дела, половина черные. Да, да, да. Ну, половина, не половина. Сколько черных дел, сколько светлых дел. Это живая жизнь человеческая. Это на весах невозможно. Это не мука, не сахар, не что-либо неодушевленное. Если бы он уничтожил только одного человека или предал. Конечно. А там тысячи. Тысячи, да. 71-й год, Никита Сергеевич скончался. Вы человек, на которого он кричал, орал, которого он всячески обзывал и поносил, перед которым, возможно, я допускаю, покаялся, уже будучи на пенсии. Я не знаю, ли вы с ним встречались. Я отказался встречаться. Отказались встречаться. Он хотел встретиться. Да. Когда он был на даче уже снят. Да. То есть человек, который, видимо, мы можем только догадываться, хотел как-то покаяться перед вами за несправедливость. У него написано в мемуарах. Вот. Угу. Что он написал? Я не помню дословно. Но это мне прислал Сергей или, по-моему, Нина Петровна, что ли. Угу. Вот. Там, что я несправедливо ругал скульптора. Так. Ну, я надеюсь, что он поймет критику и справится. Что такое? И вот после этого вы делаете, именно вы, памятник Никите Сергеевичу. Ну, мне задавали этот вопрос сам Никита Сергеевич. Я сказал, художник не может быть злее политика. Этот памятник вообще, я его много раз видел на Новодевичьем кладбище. Он представляет, на мой взгляд, бесспорное произведение искусства. Вот сегодня, спустя столько лет, вы гордитесь этим памятником? Ну, я не горжусь, но я удовлетворяю. Какая атмосфера была в Кремле во время приемов интеллигенции руководителями партии и правительства? Вы же это все видели? Ну, я не часто бываю. Я был только, когда меня критиковали Вознесенского. Ну, вот, связанное с Евтушенком, мы сидели рядом, мы очень дружили. Сидели рядом, и я ел и удивился, что так невкусно в Кремле. Я говорю, Женя, как это, почему так невкусно? Он сказал, ну, если какой-нибудь поваренок должен быть капитаном, как может быть вкусно? Женка, молодец. Обстановка вот среди деятелей интеллигенции какая была? Они старались подойти к руководству, поговорить, замолвить словечко? Есть такое, я придумал такое выражение, пупсообразие. Знаете, так вот дети топчутся неловко, как-то перебирая ножки, разыгрывают из себя пупсиков. Пупсообразие. Какие-то мужчины громоздкие, с огромными задами, значит, и почему-то ведут себя, как будто цыплята, так ходят, пупсообразно. Ну, для театрального деятеля это поза под халиму. И, вот. Ну и суетливость, скажем. Ну, как-то какие-то перевозбужденные женщины.
Экзальтированные. Экзальтированные. Почему-то бегают, кому-то шепчут что-то на ухо. Это тоже несется. Такая атмосфера заговора какого-то. Вы себе позволяли на кремлевских приемах выпить? Конечно. И пили сколько хотели? Ну, нет, сдерживался. Бывали моменты, вот мне говорили те, кто присутствовали на этих приемах, что некоторые представители творческой интеллигенции просто напивались? Конечно. Вы видели это? Ну, черт его знает, я допускаю, я так не помню никого конкретно. Но я тоже выпивал. Я знаю, что к вам очень хорошо относился председатель КГБ СССР, впоследствии генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов. Чем это было обусловлено? Он был ценителем искусства или он был просто умным человеком? Я не знаю. Я с ним не общался. Никогда? Ну, сталкивался, я не помню. Дело вот в чем, что или он создавал о себе миф. Покровителя искусства? Нет. Просто, так сказать, порядочного человека очень. Ну, потому что ребята, которые работали у него, многие были солдатами и были в тех же частях, где я. Так сказать, они ко мне относились по-братски. Да. Ну и, так сказать, или хвастались, или нет. Ну, говорили, вот я разговаривал с Антроповым, он к тебе вообще хорошо относится, твои иллюстрации к Данте ему нравятся. И он даже купил несколько твоих, потому что продавалось. Новый экспорт. Вот. Но, в конце концов, я совершенно четко знаю, когда я здесь, в общем, так сказать, создалась атмосфера, что жертвам сталинизма диссиденты, так сказать, поддержали меня, Максимов, там еще. Ну и пробили, что я забыл фамилию, миллионер Шпрингер, ага, готов дать деньги на мой монумент, чтобы поставили в Германии. Ну и я... Они меня хотели обрадовать. Я сказал, я откажусь. Потому что я воевал с немцами. С немцами. И я хочу, чтобы на родине поставили, где все это происходило. Они в Германии. По-моему, это неприлично. Даже с моей стороны ставили в Германии. Ну, и говорят, что Антропов, когда узнал о том, что Шпрингер дает деньги... А вы отказываетесь? Да. Он сказал, выгнали неизвестного. Доигрались. В советское время ваши коллеги, художники и скульпторы, некоторые были сказочно богаты, а некоторые были бедны, как церковные мыши. Вы были богаты или бедны? Дело в том, что я был не богат. Но, в принципе, я жил очень плохо материально. Денег всегда не хватало? Ну, я... У меня руки мои не помогали. Ну, я был хомлес, потому что у меня не было квартиры. Я иногда спал на вокзалах, на переговорных пунктах. Будучи уже признанным скульптором? Да, конечно. Нет, я устроился истопником работать у Кербеля, скульптор. Да. Лев, да? И Цыгаль. У них была сдвоенная мастерская. Угу. Ну, надо было вставать в 6 часов утра, разбивать уголь, чтобы топить печку, такую буржуйку. Какие это годы были? В
Ну, это начало 50-х, видимо. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був видатний художник та скульптор, легендарний Ернст Неізвісний.